Всем привет! У меня пересадочка. Хочу пересадить крупномер с патифилом. Ложковидный сорт называется. Камера, конечно, не передает всей его красоты, всего размера. У него размах листьев чуть больше метра. Сейчас померила ширина самого растения. Где-то 1,10 м вот так. Листья крупные. Вот этот лист 30 см в высоту. Сорт называется ложковидный. Очень давно он хочет пересадки. Пыльный. Буду его купать потом после пересадки. Растение взрослое. Ему примерно 10 лет. Я его обновляла 2 года назад. Обрезала. Точнее, он у меня сломался случайно. Вот так вот примерно. Я его обрезала. И полностью из кочерышки из этой взрослой. Вот такой вот он сейчас у меня вырос. У этого сорта цветок в форме лодочки, без запаха. У некоторых с патифилумов цветочки с запахом, пахнут очень приятно. А у этого без запаха идет цветок. Вот мы сейчас с вами вместе пересадим его. Очень пыльный стал. Тут уже вот неполноценный лист лезет. Я уже чувствую, что ему питания не хватает. Хотя подкармливаю без конца. Ну как без конца? Где-то 2 раза в месяц зимой. Летом почаще. 10 дней можно. Летом, весной. Давайте приступим к пересадке. Грунт я уже подготовила для ароидных. Здесь у меня верховой торф. Зола вот видна там. Мох сфагнум немножко. Кокосовый субстрат, перлит, вермикулит и немного циолита. А еще есть немножко сосновая кора. Мелкой-мелкой фракции, сама нарезаю ее. Приготовила вот такой тазик. Сейчас будем вытаскивать землю и дренаж. Вот так он у меня сам отцепился. Прям с комом. Очень хорошо. Дренаж я буду использовать этот же. Мыть не буду его. У меня дренаж закончился. Нужно купить новый. И поэтому я буду использовать этот же горшок. Сейчас посмотрю корневую. Скорее всего, горшок будет такой же 5-литровый. Только чистый у меня есть горшочек. Меньшего размера у меня горшка нету. В наличии, я имею в виду. Ну, в принципе, здесь корневая такая хорошая. Растение такое уже взрослое. И поэтому буду сажать в такой же горшок. Деваться мне некуда. Недавно пересаживала с патифилум сенсацию. Он тоже такой же крупный, но лист у него немного покрупнее. И такой же грунт легкий. Где-то 1 неделю назад. Он у меня уже, может, 10 дней назад. Тут, наверное, меньше 10 дней. Может, 1 неделю назад. Он у меня уже прижился. Сегодня был первый полив. И очень хорошо себя чувствует в таком легком грунте. Универсальный грунт я не добавляю сейчас к ароидным. Только чисто верховой торф с добавлением кокосового субстрата и разрыхлителей. Немножко нужно обязательно уголь, либо золу. В моем случае это зола. Вот такие вот прекрасные корни. Все растение не видно в кадре.
Потом, когда пересажу, покажу полностью все. Вот такие корнюшечки. Подготовила горшочек, тоже 5 литров. В принципе, смотрите, вот тут нормально получается. Сейчас еще дренаж будет сантиметра, наверное, 3-4 в высоту. И грунт сначала положу на дренаж. Шейку вот эту вот заглублять нельзя. Нужно, чтобы она была на высоте. Давайте приступим. Сейчас я дренаж положу. Положила дренаж, отряхнула его от старого грунта, от старой земли. Ну, теперь накладываем грунт. И потом в конце, если не забуду, покажу вам свою сенсацию, как она себя чувствует после пересадки. Но могу и забыть, конечно. Постараюсь не забыть. Так. Вот, я думаю, в самый раз. Нет, еще один совочек положу. Еще один. Вот так вот будет. На камеру пересаживать, конечно же, намного сложнее, чем без камеры. Тем более вот такие вот крупные растения. Сенсацию я пересаживала точно так же. Все точь в точь. И даже горшок взяла ему такого же размера. 5-литровый. Сидел он у меня в 10-литровом горшке. Я поменяла на меньший объем. И корни примерно такие же, наверное, как у этого растения. Но по возрасту ему... Сейчас я посчитаю, это про сенсацию говорю, лет, наверное, я так думаю, 8, но я ее сенсацию постоянно обновляла, обрезала нехорошие, некрасивые листья. И у меня постоянно обрастают там молодые листья, новые, и они не могут достигнуть большого размера, потому что я их постоянно удаляю. Сейчас грунт правильно составила. Надеюсь, листочки портиться не будут. Все, вот так вот у меня получилось. Сейчас покажу в полный рост. Все хорошо. И я сейчас просто его немножко искупну под душем, чтобы пыль с листочков убрать. Шейку не заглубляла. Вот тут на высоте все. Пускай приживается. Он у меня стоит на комоде в спальне. И там лампа светит на него. Сейчас покажу сенсацию, как обещала. Вот она моя сенсация. Сегодня я ее купала. После пересадки первый раз. Новый лист молодой лезет. Вот так вот посадила. На этом буду заканчивать. Всем пока-пока.